И вы знаете, сегодня тема, о которой я хочу говорить, она, может быть, не очень популярная, но, по моему мнению, она чрезвычайно важная тема. Я как-то некоторое время назад увидел одного психолога по интернету, видеоролик, который рассказывал о особенностях часто женского мышления, женской логики, как вот любят говорить про женскую логику. И, конечно же, мужчин интересует женская логика только в плане, когда женщина с нами спорит, вот, когда жена спорит с мужем. Вот. И этот психолог очень интересно, очень интересно показал такую вещь, говорит, в чем особенность? Это не хорошо, это не плохо, это просто особенность. И еще вам хочу сказать, что, дорогие, драгоценные сестры, это не потому, чтобы там кто-то хочет вас унизить, вы сам знаете, что я очень люблю и братьев, и сестер, но у каждого из нас есть свои особенности. И недавно у нас было в церкви собрание, где я говорил о том, что в каждом мужчине необходимы некие так называемые женские качества, иначе с ним очень трудно иметь взаимоотношения. Так вот, если говорить про женщин, очень часто, когда женщина общается, когда женщина беседует и тем более спорит, она мыслит часто не фактами, а мыслит такими ассоциациями. Вот, например, если о чем-то ей говоришь, как показал тот психолог, вот о какой-то вещи, женщина часто не эту вещь обсуждает, а она берет ряд ассоциаций с этой вещью связано, и порой выбирает среди этих ассоциаций самую такую негативную. Дальше она ищет ассоциации, где вот это самое негативное, и тоже там есть, выбирает еще более негативную ассоциацию, ищет ассоциации, которые связаны с еще более негативным, и там вообще находит самое негативное. И этот психолог говорил, что очень часто на женщина, она с тобой не фактами, не факты обсуждает, она обсуждает выводами, то есть она делает выводы. И поэтому порой мужчинам очень трудно понять, когда общаешься с собственной женой, как мы к этому пришли. То есть как бы мы начинали вроде бы совсем с одного, пришли, и вдруг мы начинаем обсуждать совершенно другое. Вот. Я думаю, каждый муж понимает, о чем идет речь здесь. У нас буквально недавно с супругой возникло такое обсуждение. Мы долгое время хотели, чтобы там какую-то сауну сделать, чтобы друзья могли приходить и париться в сауне. Вот. И мы много лет эту идею откладывали, а тут думали, может, сделаем сауну. Ну, как-то вот хорошо иметь сауну там и прочее. И про сауну говорили. Да? И решили там, может быть, в сауне сделать какую-нибудь там, либо бочку там, чтобы там можно было, либо еще что-то. Вот. Потом решили сделать такую небольшую ванну. И вот пришла такая идея, думаю, может быть, мы сделаем какую-нибудь ванну там, чтобы можно было после сауны вот это. Я прихожу к своей супруге и начинаю говорить с ней про эту ванну. Говорю, можно сделать такую большую ванну. И моя жена начинает, какая ванна? Вот там те делали бассейны, и там те делали бассейны. И за ними трудно ухаживать, и целыми днями там жены только скребут эти бассейны, и к чему вообще про эти бассейны говорить. Закончилось тем, что я специально придумал эту тему, чтобы испортить отношения и не пойти на прогулку. То есть ты начинаешь говорить про ванну, женщина находит вдруг в этой соцсетке бассейн, да, например, и говорит, как трудно с этим бассейном. И вот она знает, что там некоторые жены с этими бассейнами, они вообще там рабыни стали ухаживать за этими бассейнами. И вообще, какое отношение к женщинам, и вообще все это придумали мужчины, чтобы над женщинами издеваться. И ты вроде бы начал, а мужчина говорит по фактам, да? Вот есть вот такая, предположим, там, какой-нибудь там ванна, и вот сколько там воды, как это за ней ухаживать. Женщина же заканчивает на том, что все вы мужики такие, лишь бы над нами, женщинами, вам поиздеваться, чтобы только вы тут не придумали. И очень трудно бывает в такой ситуации, потому что, как бы, начали-то мы с другого,
И поэтому часто в семьях конфликты. Я вам говорю, сестры драгоценные, если мужчина, например, о чем-то говорит, то ну, старайтесь, вот, ну, не выходите из темы, потому что мужчину интересуют какие-то факты. Если, например, вам даже, положим, не устраивает предложение мужчин, ну, нужно обсуждать именно это предложение, а не то, какие вы все вообще мужчины. Потому что иначе так можно любую тему привести в ссору. И часто очень в некоторых семьях, о чем бы они ни говорили, о покупке новой посуды, там, там новый коврик, там, или кран сменить, все может заканчиваться вообще обсуждением, какие все мужчины и какие все женщины. Вот, начав с одного, когда там называют рыбка моя, думаешь, рыбка, рыба, акула тоже рыба, зубастая, собака, да ты меня собакой назвал или еще что-то? То есть как к этому можно прийти, да? Сколько всяких есть на эту тему всяких анекдотов. Ну как можно к этому прийти с рыбки до собаки? Но женщина может, находит в ассоциации самое неприятное, акула там, собака, так вообще вы нас, мужики, за животных считаете. Вот к этому так вот и можно прийти, этим можно закончить. То есть, драгоценное, я к чему говорю? Очень важно, когда ты говоришь о чем-то, говорить именно об этом. Я думаю, когда Иисус Христос часто говорил, и хочу отметить, далеко не все женщины такие, сразу скажу. И еще добавлю, есть некоторые такие мужчины. Так что не нужно тут сильно обижаться. Здесь смысл не в мужчинах и в женщинах, а в том, что часто вот, когда мы о чем-то говорим, о чем-то беседуем, что-то обсуждаем, вот стараться обсуждать именно то, о чем говорится, а не делать выводы друг о друге, друг за друга, подозревая, что он имеет в виду, и закончив далеко идущими выводами. Потому что я замечаю, что в последнее время мне приходится, вот я не знаю, почему Бог так делает, потому что я к этому вообще не стремлюсь и этого даже не хочу. Но так как-то получается, что в последнее время я все время оказываюсь на каких-то встречах служителей, пасторов там высокого уровня, где обсуждаются много спорных вопросов. И мне очень трудно, потому что я иногда смотрю на этих братьев. Я и этого пастора люблю, и этого пастора люблю. Но они друг с другом вот все время что-то выясняют. На всевозможные там саммиты. Вообще, как я там оказываюсь? Что я там делаю? Ну вот как-то вот так оказываюсь. И вот я иногда сижу и думаю, Господи, почему мы, Церковь Божья, почему вот вся история Церкви – это сплошные деления, разделения, и мы делимся друг с другом и ругаемся, и доказываем, кто из нас прав и кто не прав. И почему так происходит? Одни других обсуждают, эти тех обсуждают, а те всех обсуждают и всех осуждают. И одна из основных причин разделения среди служителей, среди проповедников, среди пасторов, мы часто неправильно ставим приоритеты. Мы делаем вещи какими-то основными и какими-то главными, хотя они вообще порой не основные и вообще не главные. Я понимаю, что вот то, что я буду говорить, вызовет много критики в интернете, но, честно говоря, мне не так уж это и важно, потому что мне намного важнее проповедовать Христа и то, что учил Христос. И я, знаете, иногда даже замечаю, что порой христианство в своей истории столько накопило разных выводов, и по этим выводам оно не может друг с другом договориться. Потому что думаешь, ну как так, Библия одна, договориться никак не можем. Ни в одной церкви, тем более между церквами, не можем часто договориться. Да потому что у одного одни выводы, у другого другие выводы, у третьего третьи выводы, и каждый абсолютно убежден. Потому что Библия одна, выводов много и противоречий много. И мы убеждены, что наши выводы – это самое важное, самое главное.
Например, некоторые с удивлением обнаруживают, читая Евангелие, что нигде в Евангелии Иисус не говорил, там, например, «А теперь, собрав учеников, Он сказал им великую истину о Троице». И начал говорить о Троице, о том, как три личности взаимодействуют в одном Боге, а один Бог проявляет себя в трех личностях. Вы где-нибудь в Евангелии сталкивались с этим обсуждением? Однако Троица – это одно из фундаментальных понятий в христианстве. И тут куча споров. А как эти троицы? Это три личности. Нет, это там три роли. А может быть, три эманации, там, модальности. Есть модалисты, есть немодалисты. И начинают спорить. Я думаю, Господи, ну где же мы в Библии нашли основания для наших споров? Потому что, конечно, с одной стороны, мы верим в Троицу, но с другой стороны, мы же должны понимать, что это некоторые выводы, которые мы сделаем из Священного Писания. Нигде нету такого прямо конкретного учения. Или, например, тоже, о чем много спор, богочеловечность Христа. Где-нибудь вы в Библии читали, что Иисус собрал и говорил, а теперь я вам расскажу, что я полностью Бог и полностью человек. Не подумайте, истинно, истинно говорю вам, что я наполовину Бог и наполовину человек. Нет, я полностью. Где-нибудь вот с таким учением вы сталкивались? Однако это опять-таки одно из основных вещей, которых... И вы знаете, а это я вам говорю лишь одно из главных. А если мы там пойдем по бесам, по демонам и по другим учениям, там вообще не найдем никакого общего знаменателя, потому что столько разных выводов. А есть ли верующим бесы, а нет ли верующих бесы, а в ком они есть, а как они есть, снаружи, внутри, влияют, одержимость, что такое, а одержимость и беснование, разные вещи, или одно и то же. И пошло-поехало. Столько всяких выводов. А Царство Божье, Царство Небесное – это одно и то же. Нет, это разные вещи. Царство Божье – это Божье. Царство Небесное – это Небесное. И столько всяких противоречий. И вот мы где-то находимся вот с вами вот здесь вот. И один вот так считает, у него такие выводы. А у другого такие выводы. А у третьего третьи выводы. И начинается, кто кому что докажет. И кто кого обвинит лучше всех в ереси. Тот как бы и прав. Тот как бы и справедлив. И возникает то ощущение, что мы вроде бы все говорим о Священном Писании. Хотя, если подумать, мы говорим не о Священном Писании, а мы обсуждаем наши церковно-исторические всевозможные выводы, которые мы сделали самыми главными и самыми важными. И одновременно с этим, когда мы с вами смотрим Евангелие, мы обращаем внимание, что часто то, на что ставил акцент наш Господь Иисус Христос, и то, на что ставили акценты апостолы, мы часто это не только не обсуждаем, мы часто это просто пренебрегаем, вообще не думаем об этом. Хотя в Библии этому так много уделено внимания, Иисус и апостолы так много об этом писали, но мы словно это не замечаем и считаем это вообще чуть ли не за второстепенные вещи. Вот, например, смотрите, если мы откроем Евангелие от Иоанна, 6 главу. Евангелие от Иоанна, 6 глава. 47 стих. Вот слова нашего Господа Иисуса Христа. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет». «Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус уже сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем.
Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мной. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Идущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, что сказал им, это ли соблазняет вас? Что же, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. И вот смотрите, 66 стих. «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». Вот смотрите, Иисус не просто посвящает этому учению целую проповедь, но он даже настолько важным считает то, о чем он говорит, что он готов ради этого расстаться с частью своих учеников, причем с подавляющим большинством. С того момента многие, написано, отошли от него, потому что для них это были странные слова. То есть мы видим, что Иисус здесь говорит не просто о важном, он говорит о самом важном. Мы это читаем, потому что, знаете, то, что говорит Иисус, ну, что тут спорить? Ну, мы это просто берем, ну, это понятно, это о причастии. Вот у нас хлеб и вино, плоть и кровь. Тут все понятно, каждый месяц мы принимаем причастие. Аминь. Дальше. И все. Все ясно. Все понятно. Как будто Иисус просто-напросто это говорит для того, чтобы установить в церкви еще один обряд. Но мы видим, что Иисус о чем-то говорил фундаментальном, то, что для него было чрезвычайно важно. И он говорил не просто о том, что мы должны там вкушать причастие. Он говорил о том, что, смотрите, 56 стих, «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». То есть это некое фантастическое единство. Иисус и пришел нам показать, что единство, и не просто свое единство с Небесным Отцом. Он об этом все время говорил, что Он в Отце, и Отец в Нем. И Он не просто делает дела, а Он видит Отца творящего и потому творит. То есть Иисус показал, что это не просто вот какой-то обряд, это не просто причастие типа, и это не просто, я в Отце, что тут непонятно? Вроде все понятно, Он во мне, я в Нем, все понятно. В этом величайшая жизнь есть. Пребывание во Христе, пребывание Христа в нас. И на самом-то деле это не умом постигается, это жизнью переживается, потому что умом, что тут сложного, мы в нем, он в нас, понятно, как-то вот так. Но пережить это, находиться в этом, это по сути и есть настоящая вера. Пребывание во Христе, пребывание Христа в нас. Об этом он чаще всего говорил, но мы не так часто об этом говорим и не так часто, к сожалению, об этом думаем. Он об этом говорил и говорил, а нам вот выводы интересны, потому что у меня такой, а у брата Феди другой, а у Вани из баптистов третий, а у Коли пятидесятника четвертый, и мы как соберемся и начинаем обсуждать. А тут что обсуждать? На самом деле то, что говорил Иисус, знаете, что тут обсуждать? А вот жить так... Поэтому не случайно, смотрите, Иисус и сказал в самом начале, истинно говорю, верующий в меня имеет жизнь вечную. И после этих слов он и начинает говорить, что жизнь вечная – это и есть некое единение нас с Богом. И он показывает это. Конечно же, он говорил не о каннибализме, как там, может быть, некоторые иудеи поняли. Он говорил о некой внутренней неразрывной связи с Господом, в которой мы должны пребывать. Если мы не пребываем, то мы ничего общего с Иисусом не имеем. Какие бы умственные выводы мы ни сделали, читая Библию.
Это же Евангелие от Иоанна, если мы с вами откроем 17 главу. Считается, знаете, в Библии не так много нам показано слов из молитвы Иисуса Христа. Наверное, самое известное, это вот «Отче наш», да, когда ученики спросили, как молиться, вот он им и сказал. Но вот здесь приведен текст молитвы. Это не так часто в Евангелиях. Вот именно молитвы Христа. Это была как бы его первосвященческая молитва перед тем, как он был распят, взят, предан, взят, распят и воскрес. И вот смотрите, в одной из самых своих последних молитв перед распятием Иисус молится, и мы понимаем, что Он молится о самом главном. О самом главном. Иоанн 17 глава. Первый стих. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час прославить Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную“». И видите, опять Он говорит о жизни вечной. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». Что такое жизнь вечная? Это начать ходить в церковь? Это быть крещенным? Это участвовать в причастии? Нет. Это знать Бога. «Сия и жизнь вечная, да знают Тебя». Причем, знаете, очень интересно, вот это слово греческое «знать», оно очень часто используется, когда описывается интимные отношения мужа и жены. И в Библии этот глагол, да, «и познал», да, «познал Адам и Еву и родилось». То есть некое познание, то есть это опять не умственное, а некая внутренняя близость, некое слияние даже. Вечная жизнь – это слияние со всемогущим Господом, соединение со всемогущим Богом. И опять-таки, тут не о чем спорить. Ну, сия и жизнь вечная, да знаю Тебя. Ну что? Да ничего, что тут? О чем спорить? Не о чем, братья, даже нам поспорить здесь. Но вот жить в этом. Вы знаете, часто верующие, им намного интереснее о чем-то поспорить, что-то пообсуждать, чем что-то реально совершить. В реальной жизни жить так, жить в познании, вот в этом неразрывном слиянии. И вот смотрите, Иисус дальше, 9 стих. «Я о них молю, не о всем мире, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои, и все Мое Твое, и Твое Мое». Видите, Иисус показывает свою неразрывную связь с Небесным Отцом. «Все Твое Мое, Мое Твое», да? Он рассказывает об этом. «И Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду, Отче Святой. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал Мне, чтобы они были едино, как и мы». О чем молится Иисус? О единстве. Но это не просто, знаете, такое вот единство внешнее, что ли. Вот давайте соединимся. Ну, мы все за Иисуса. А там все там за другого Бога, там за Будду, а эти там за, не знаю, Кришнапутри какого-нибудь, а эти еще за кого-нибудь, а мы за Иисуса здесь. Как бы у нас у всех разные убеждения. Родился в Индии — своя вера, в Китае — своя вера, мы в России — своя вера. Как будто это что-то такое вот национальное. Но вечная жизнь — это не национальное. Не национальное. Это то, что происходит внутри, между тобой и Господом. Оно не связано с национальностью, оно не связано с культурой, оно не связано с историей твоей семьи, кто там у тебя был дед и прадед. Оно связано с Творцом Вселенной. Вот с чем связано. И спорить тут совершенно не о чем. Потому что это не для споров, это для жизни. Но мы часто проходим мимо этого, нам это неинтересно. Иисус об этом говорит и говорит, говорит и говорит. Он готов расстаться с большинством учеников, но не может он пойти на компромисс с этим. Нет, мы это пренебрегаем. Ну это ж понятно, это понятно. А вот нам выводы наши интересны. Пускай там в Евангелиях о них там прямо ничего не говорится, но вот это мы будем обсуждать и ссориться, и ругаться, и расставаться друг с другом. О,
А то, что Иисус говорил, да нам не важно. При этом мы все убеждены, что мы вокруг Библии. А на самом деле мы не вокруг Библии и не вокруг слов Иисуса. Мы вокруг наших христианских выводов. Так что уже сегодня даже некоторые говорят, не хочу быть христианином, хочу быть учеником Иисуса Христа. И, к сожалению, это имеет смысл. Я не хочу быть частью просто религиозного собрания. Я хочу быть человеком, знающим Бога. К сожалению, не всегда так в церкви. Это не одно и то же. И вот Иисус, смотрите, об этом говорит. Ты дал мне, и все мое твое, и твое мое. Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. А я к тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя твое, тех, которых ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. О! Он не просто говорит о своем единстве с Небесным Отцом. Он еще учеников своих включает в это единство. Вы понимаете? Если бы фантазия, может быть, у первых христиан была богаче, можно было сделать не Троицу, а много, апостолов включить сюда тоже. Апостолов. Чтобы они были едины. Вот этим единством. Ну, скажешь, ладно, Виктор, Иисус, апостолы, а мы? Так он и о нас молится. Смотрите, 20 стих. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. То есть он молился и об апостолах, и о нас. И о чем же он молился? Да будут все едино, опять о единстве. Вот видите, что Иисус это волновало? Это часто очень отличается от того, о чем в основном спорят современные теологи. Не только современные, вообще. Все теологи христианские. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. Так они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. Оказывается, мир уверует не потому, какие грандиозные выводы мы делаем, а насколько мы едины. И опять-таки я говорю, единство – это не просто договориться. Это не то, что, как вот мы, я как-то помню, пример приводил, да, в детстве. Когда мы с ребятами собирались во дворе, то мы очень часто с мальчиками играли в войнушку. А когда играешь в войнушку, то необходимо поделиться на две команды. В детстве мы обычно делились на наших и на кого еще? На фашистов. Наши и фашисты. Естественно, никто не хотел быть фашистом, потому там чаще всего бросали жребий. И по сути, когда мы начинали играть, то наши и фашисты, это были одна и та же ватага ребят. Просто жребий нас поделил. На хороших и плохих. Понимаете, да? Некоторые думают, что то же самое с христианством. Мы точно такие же, как там все остальные в этом мире, просто волею судьбы мы оказались за наших, а не за атеистов. Ну, повезло нам, что ли? Хотя мы на самом деле точно такие же, как они, но повезло нам, что мы здесь. Так вот, драгоценная Библия говорит, что мы не такие же. Библия говорит, что настоящий верующий человек – это новое творение во Христе Иисусе. То есть в чем суть этого нового творения? Оно слиянно со Христом. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Вот, это, мы не просто волею судьбы поделены на христиан и нехристей. Мы иные, другие. И Иисус, смотрите, об этом говорит и говорит. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. На этом не точка, заметьте, на этом запятая. Так и они, да будут в нас едино. Тут уже он не про апостолов говорит только, а про верующих по слову их. То есть мы с вами уверовали по словам апостолов. И мы, да будем едино в нас, как говорит Иисус, в Отце и Сыне. Да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. То есть вот то, что между сыном и отцом, это фантастическое единение, когда он в отце, отец в нем, Бог нас в это же единение призывает. В этом-то и есть особенности того, кто называет себя учеником Иисуса Христа, верующим в слова Иисуса Христа. Единение. Я в них, и ты во мне. Да будут совершены воедино, да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня, и открыл им
26 стих. «И я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». И мы понимаем, что секрет вот этого фантастического единения, без которого все это остается лишь пустыми красивыми словами, это божественная любовь. Любовь. И об этом он и говорит здесь, да? В последнем стихе 17 главы. «Да любовь, которую Ты возлюбил в меня, в них будет, и я в них». Вот что делает божественная любовь. Мы словно соединяемся. Опять-таки я вам говорю, что, ну, об этом не о чем спорить. Ну, о чем мы тут будем спорить? Да не о чем спорить. Кто против единства? Все за единство. Кто не верит из христиан, что мы во Христе, Христос в нас? Все верят. Об этом не о чем спорить. Вы заметите, что евангельские истины, они в принципе довольно простые, и мы все едины в их понимании. Но вся сложность этого в исполнении. А вот жить в этом единении с Богом. И как следствие, если у нас будет такое единение у каждого с Богом, у нас будет это единение друг с другом, ведь Бог-то один. И поэтому, вы знаете, чем больше я читаю Евангелие, а я в последнее время в основном читаю Евангелие, тем больше я убеждаюсь, что секрет учения Христа не в сложном понимании. Там не нужно иметь 100 образований, чтобы его понять. Не случайно Иисус сказал: «Не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Что детей характеризует? У детей часто, знаете, такой открытый, непосредственный взгляд на мир. Я, бывает, слушаю своего сына Женьку, я удивляюсь, ему 5 лет, вот он не так давно, в принципе, здесь появился. Мы-то тут уже давно с вами живем. Столько всего знаем про это. А он вот не так давно. Но он бывает настолько какие-то точные фразы говорит, видя этот мир, потому что у него такое некое непосредственное восприятие всего. Я смотрю на него, думаю: ну ничего, Женечка, подожди. В садик доходишь, в школу пойдут, станешь как все мы. Нададут тебе в голову стереотипов обо всем. И выводов. И точно так же я иногда смотрю на служителей, на пасторов, на верующих. Сколько в нас засело разных стереотипов. И нам интереснее что-то пообсуждать, поспорить, чем пережить некую реальность, которая, может быть, в понимании простая. Так она не для мозгов нужна. Она для сердца нужна. Для жизни нужна. Это же и есть церковь. Это же и есть единение с Богом. Точно так же, смотрите, когда мы говорим про апостола Павла, апостол Павел постоянно намекает нам. Вот откроем первое послание к Коринфянам, вторую главу. Я вам покажу, на что он нам постоянно намекает. Вот намекает и намекает, намекает и намекает. Смотрите. И когда 1 Коринфянам, 2 глава. «И когда приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье не в превосходстве слова или мудрости». Меня очень часто приглашают на разных конференциях проповедовать. И я спрашиваю, почему? Они говорят: «Виктор, ну, ты очень интересно проповедуешь, интересно, для конференции интересно». Меня из этого приглашают. То есть им интересно мое слово. С одной стороны, мне это льстит. С другой стороны, я понимаю, что вот все-таки сила христианства не просто в красноречивых проповедников. Слава Богу за красноречивого проповедника. Лучше слушать красноречивого, чем скучного. Аминь? Или вам кажется: «Да нет, нам чем скучнее, тем мне проще спать». Нет, конечно же. Когда интересно, тогда интересно. Но все-таки сила не в этом. И вот смотрите, здесь у нас в синодальном тексте стоит свидетельство Божье. В тексте там написано «тайну Божью». Там «мистерио» стоит слово «тайна». Павел говорит: «Я пришел вам возвещать тайну Божью». Тайну. Всем интересна тайна. Тайна. Вот я пришел вам одну тайну рассказать. Секрет на миллион. Тайна. Все такие: «Тайна, тайна, тайна, тайна». И это тайна, заметьте. Павел говорит, оно не в превосходстве мудрости. То есть это не то, что вот я сейчас так намудрю, что вы поймете, какая это тайна великая. Нет, и не в красноречии. «Ибо я
рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Христа, кроме Иисуса Христа и при том распятого. И я был у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Вы видите, в чем дух и сила? Это не в том, что так встать и так руки, как некоторые думают, вот это сила. Это не эмоциональное воздействие. Сила, когда раскрывается и познается тайна. Тайна. А эта тайна, Павел говорит, не в красноречии. Слава Богу за красноречивых, но не в этом. И не в премудрости. Надо получать образование. Но тайна Божья не и так познается. Мудрость же, 6 стих, смотрите, мы проповедуем среди между совершенными. У нас есть мудрость, мы ее проповедуем среди совершенных. В воскресенье вы ее не услышите. Только на лидерских. Но сегодня я решил вам рассказать ее. Думаю, ладно, вдруг кто-нибудь лидером станет. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Но мудрость не века сего. То есть, опять-таки, не то, что мы пренебрегаем там, образованием, пускай все это будет, но наша мудрость не в этом, не века сего, и не властей сих проходящих, но проповедуем премудрость Божью. Самая первая какая она? Тайная. Видите, у нас у всех тайна есть, у христиан. Тайная, сокровенная, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал. Опять-таки, познание не в плане понимания, а в плане переживания этого. Переживания внутреннего, интимного слияния вот со всем этим. Нет, они этого не переживали. Не переживали. Ибо если бы познали, не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку. Что приготовил Бог любящим его? Видите, Павел говорит о тайне. Послание к Коринфянам. Послание Ефесянам откроем, 3 главу. Смотрите. 3 глава послания к Ефесянам, 2 стих. И на самом деле я бы мог вам очень много мест из Библии на эту тему взять. Я просто беру некоторые места, потому что этого много и в словах Христа, и в посланиях апостола. Но почему-то верующих современных это не так сильно интересует. Может быть, потому что это очень понятно. А нам интересует непонятное. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна. О, опять Павел говорит о тайне. О чем я выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, так как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам было, чтобы язычникам быть наследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования. Видите, эта тайна, она не только для иудеев, но и для язычников, она для всех актуальна. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия возвещать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны. О, опять тайна. Сокрывшийся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известно через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья. Видите, и опять он говорит о тайне, тайне, связанной с мудростью, но не с мудростью земной, а с мудростью небесной. Тайна. И в этом же послании к Ефесянам в 6 главе апостол Павел просит, 18 стих, «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно».
И опять Павел говорит: молитесь, пожалуйста, за меня, чтобы я мог вот, ну, смело, как должно, возвещать тайну. Тайна. Опять тайна, тайна. Колоссянам, 4 глава, да? То есть мы видели, он писал и к Коринфянам, и к Ефесянам, и к Колоссянам. 4 глава, 3 стих. Опять он просит верующих: молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. И видите, апостол Павел постоянно говорит, что он и страдать готов, и быть в узах за то, чтобы возвещать лишь тайну, да, тайну Божью, открытую им, которая была от предыдущих поколений сокрыта, а теперь открыта. И вот в этих же посланиях мы видим, что же это за тайна такая. Вот мы говорили с вами послание к Колоссянам, да, а в первой главе он говорит об этом. Колоссянам 1 глава, 24 стих. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорби, скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божье, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть». И ты уже прямо думаешь, что ж за тайна-то такая, ради которой Павел и страдал, и готов быть в узах, и просит молиться, чтобы он смело говорил об этой тайне. И ты уж прямо весь: тайна, вот, тайна есть Христос в вас, упование славы. И все? Что за тайна? Да об этом Иисус все время говорил. Я в вас, вы во мне. Что это за тайна-то? Что тут за премудрость? Кому тут непонятно? Ну, понятно, Христос в нас. Мы же верующие, мы же христиане. Христос в нас. Слава Господу. А тайна-то какая? И ты невольно, знаешь, некоторые даже верующие, которые читают Библию, они это, на это не обращают внимания. Это как-то между строк спрятано. Христос в нас, ну, понятно. Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. И видите, Христос в нас, но и мы совершенны во Христе Иисусе. Христос в нас, и мы во Христе. Точно так же, когда он говорит о тайне в послании к Ефесянам, да, в первой главе, в 9 стихе послания к Ефесянам, Павел опять говорит, 9 стих: «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем, в устроении полноты, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Вот куда эта тайна-то, оказывается, ведет, чтобы все было соединено под Христом, под главенством, под этим единением Иисуса Христа, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Для нас вот эти все выражения «во Христе», «Христос в нас» стали, к сожалению, частью нашего христианского сленга. Мы это часто говорим, не задумываясь о значении этих слов, не пытаясь вникнуть. Хотя апостол Павел эти понятия связывает с самой великой тайной, которую он возвещает. И в этом же послании к Ефесянам, смотрите, в 5 главе, после того, как он
дал мы оставление семьям, мужьям и женам, да? Павел, 31 стих, посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Но это не тайна, открытая апостолом. Об этом написано было еще в Ветхом Завете, в самой первой книге, да? В книге Бытие. Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Но дальше апостол Павел показывает, 32 стих, «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Оказывается, то, что Павел показал тайну, это некий прообраз отношений, как познание мужем жены. Точно так же наши отношения глубинные с Богом, опять-таки это не трудно понять, не трудно нашим плотским разумом уразуметь. Но вот когда ты начнешь в это входить и это переживать, вдруг становится понятно, драгоценное, да все Евангелие только об этом и говорит. Не об этих выводах, потому что сегодня христианство связано куча теорий, богословских школ, армяне, кальвинисты, эти, другие, пятые, десятые, у каждого свои выводы, у каждого на основании своих выводов целые богословские доктрины, там доктора из богословия, специалисты в этих умозаключениях, выводах и построениях, которые друг с другом часто сойтись не могут, один одно доказывает, другой другое доказывает и спорят, ну у кого там мозги лучше шевелятся, тот и больше Бога знает. Но Христос, мы видим, Он о другом. И Павел писал по существу о другом. Христос писал и говорил больше всего именно о том, что Павел и называет тайной. Некое наше единение и слияние с Богом. И особенность этой премудрости, почему это не земная, а небесная, да она не мозгами познается. Мозгами ее понять не очень сложно. То, что учил Иисус, оно часто просто понимается. Но войти в это, пережить это и жить этим, это совершенно другое. И когда ты начинаешь в это входить и начинаешь это переживать, становятся часто так смешны какие-то вот эти споры и ругань между разными богословами, между разными проповедниками, потому что то, куда нас призывает Христос, это в единение, в это божественное единение, пребывать с Ним. Я, будучи молодым пастором, многие вещи не понимал. Я часто смеялся над какими-то там монахами, анахоретами, схимниками, которые оставляли все и уходили куда-то в пустынные места, и там часто в одиночестве или там группой. Они просто жили простой жизнью и молились, и больше ничего. Я не понимал, теперь я понимаю, часто люди, они настолько уставали от этих вот богословских споров, пасторы, пресвитеры, священники, и каждый что-то доказывает, а от кого Дух Святой, а от Отца, нет, от Отца и Сына. И вот это перевело к разделению, как будто вот, если ты умом думаешь вот от Отца или от Отца и Сына, то уже и все. Как вы думаете, Дух Святой, он от кого, от Отца или от Отца и Сына? Просто вопрос в другом. А какая разница, что мы на этом тему думаем? Ну толк-то какой? Это на что влияет вообще? На Духа, на Отца или на Сына? На кого это влияет? Нет, вот это вот так вот. Что интересно, ведь филиокве и Сына, это же добавили католики, от чего произошло разделение. Но когда делали опрос в России, то большинство россиян верит, что Дух Святой, что-то 60% православных верит, что Дух Святой от Отца и Сына, хотя так верят только католики. Это еще раз доказывает, насколько все это не принципиально. Насколько все это вот, ну, нет, мы будем спорить. Я тебе покажу 100 мест, он мне покажет 200 мест. От Отца, нет, от Отца и Сына. Нет, давай будем спорить, давай обсудим. Ну, вы обсудите, и что? Ну, ты прав, молодец. И что? Слава Церкви. Все покаются, скажут, во имя Иисуса Христа. О, наконец-то все.
Это вот, понимаете, это настолько бывает смешно. Такое ощущение, что вот церковь, она занимается совсем не тем, ради чего создал ее Христос. Она занимается спорами, доказательствами, какими-то умозаключениями, выводами разными. Такой вывод, сякой вывод. И уже так далеко мы отошли от изначального. Реформаторы призывали вернуться в изначальное, но на самом деле понаделали кучу своих выводов. Пошли той же самой дорогой. И вот вернуться в изначальное, в Слово Христа, в Евангелие, в суть слов апостола, которые, может быть, несложно понять, но пережить, войти в это, ощущать, так ощущать, что даже не захочется порой из этого выходить, а хочется в этом пребывать, где многие вещи, они, то, что ты считал раньше главным, они теряют свое значение. А то, что, может быть, ты пренебрегал, считая это, да, оно вдруг становится самым главным. Потому что вот это единение без любви невозможно. А любовь – это и есть самое главное. Тот же богослов Иоанн написал: «Бог есть любовь». Пребывающий в Боге пребывает в самом правильно верном учении, да? Нет. Пребывающий в Боге, он написал, пребывает в любви. И любовь в нем. Очень часто это критикуют. Ой, это про любовь, надо про правильное учение. Мне кажется, вся история церкви показывает, какова цена этого самого правильного учения. Цена споры, разборки, крестовые походы, инквизиция. Сожженные люди, вот цена этому. И мы понимаем, что Евангелие, оно о чем угодно, но только не об этом. Оно о другом, о чем постоянно говорил Иисус Христос, о чем проповедовал апостол Павел и просил, чтобы молили, чтобы он эту тайну возвещал. Христос в нас, и мы во Христе. И то, что я вижу лично для себя, как пастор церкви, я хочу вести народ Божий вот в это, не какими-то правильными теориями, там, доктринами, а кто прав, а это учение, а учение веры, а учение процветания, а учение вот то, а учение святости, а вот то, а вот это, а вот та, вот куча всяких вот этих учений. Как вот нам вот найти правильный баланс-то вот в этом всем, чтобы в крайность это не уйти? И мы только и думаем, как какой-то баланс найти. Но Иисус нас не к балансу призывал, Он нас к любви призывал. Он нас призывал к вот это единение. И когда говоришь об этом единении, то я проповедник, в этом году у нас уже в декабре будет стаж, мой пасторский стаж 27 лет. Я уже 27 лет проповедую. И я понимаю отлично, что ничего об этом я рассказать не могу. Я просто могу лишь вдохновлять вас, побуждать, входить в это и переживать в это. Потому что, когда мы говорим о том, что это такое, ты во Христе и Христос в тебе, ты в Боге и Бог в тебе, это невыразимо. Это нельзя выразить никак. Но если вы переживаете это, вы отлично понимаете, о чем идет речь? Что это такое? Когда вы входите словно вот в это течение, в этот поток Божий, и Он несет вас. И без всяких учений, без всяких библейских школ и теологических учебников, ты каждой клеточкой своего естества ощущаешь: я в Боге, а Бог во мне, и сказать больше нечего. Все вот эти уже дальнейшие выводы, они только уведут нас. Уведут нас. Поэтому, драгоценные, стремитесь входить в этот поток, наполняться этим, искать этого пребывания. В этом и есть духовная жизнь. Именно поэтому мы сейчас такой большой акцент ставим не столько на учениях, там, доктринах, семинарах. Мы, слава Богу, за все это.
Но именно переживать это, потому что мы уже столько много знаем, с чему только нас не учили тут люди. Но переживать этого. Поэтому призываем. Поэтому такое благословение, когда там Олег рассказывал о выезде прославления, пребывания. Цель создания молитвенной комнаты Уральского молитвенного дома – это пребывание. Цель наших этих выездов тишины – да только одна – пребывание. Потому что те, кто были на этих выездах, вы знаете, что там не библейская школа, там нет учения с утра до вечера. Что там? Стремление войти вот в это пребывание. А еще что? Все. Потому что если ты в это войдешь, тебе больше ничего и не надо будет. Пребывание. Вот и все. Некоторые спрашивают: Виктор, а ты сам туда тоже поедешь? Я не только там поеду, я сам буду все это проводить, вот этот выезд. Потому что я считаю, это самое главное. Стремиться к пребыванию. Не нужно делать особым какие-то пути. Есть разные пути. Главное, чтобы войти в это. Я не говорю, что только через такую молитву, и через такую молитву, да хоть через любую молитву, но лишь входи в это и пребывай в этом. Когда ты вдруг осознаешь, я в Христе, и ты, и Он во мне. И после этого такая фантастическая любовь тебя наполняет. Эта любовь тебя не только с Господом скрепляет, а со всеми, кто рядом с тобой скрепляет. Ты вдруг понимаешь, что настолько смешны, как пел в свое время Акуджава, все наши что-то глупости, мелкие злодейства. Помните, на фоне Пушкина и птичка вылетает. Так если даже на фоне Пушкина смешны наши обидки, споры, ругань, мелкие пакости друг друга, то на фоне Божьей любви это вообще нереально. Там, где Божья любовь, ты вдруг понимаешь, да, зависть. Это настолько все, ну, смешно. Потому что мы все единое тело во Христе Иисусе. А Он глава, Христос глава. И цель – соединиться под этой главой. Слиться в этот единый организм, быть этой частичкой и осознавать Бога, осознавать свое пребывание в Боге. И это осознается, опять-таки, не умом. Поэтому у нас могут быть разные образования, и они помогают нам в земной жизни. Но в духовной жизни это не имеет значения. Здесь важна открытость. Имея уши, слышать. Имея глаза, видеть. Имея сердце, переживать. Вот что имеет значение. Давайте сейчас закроем глаза. Склоним головы. Я хочу какое-то время просто посвятить молитве вместе с вами. Всемогущий Господь, я благодарен Тебе за каждую душу, за каждое сердце, за каждого моего брата, за каждую мою сестру во Христе Иисусе. Я прошу, Господи, благослови. Благослови каждого. Я верю, мой Бог, что в сердце каждого человека на этом месте есть поиск. И это не просто поиск земного, не только поиск материального благополучия, не только поиск здоровья, не только поиск счастливой семейной жизни. Пусть все это будет, Господи, но я молю о другом, о самом важном поиске, поиске вечности, поиске глубинного смысла нашей жизни, поиске Бога, Творца,
основы всего бытия. Первоосновы всей этой видимой вселенной. Господь, благослови. Благослови, Иисус. Благослови, мой Бог, этот поиск в наших сердцах, поиск горнего, поиск небесного, поиск Божьего. Я молю, мой Бог, чтобы мы не отрывались от слов нашего Господа Иисуса Христа, не углублялись в дебри наших выводов, наших умозаключений, чтобы мы сконцентрировались на первоисточнике, на Слове Божьем, раскрывающим нам тайну, тайну, ради которой Иисус пришел на эту землю, тайну, ради которой апостол Павел готов был страдать и находиться в узах, лишь бы возвещать ее городам и народам. Тайны единения с Господом, тайны того, что мы в Боге, а Бог в нас. Тайны этого слияния, когда мы прилепляемся, и двое становятся уже одной плотью. Единым Христос и Церковь, единое тело, единый организм. Тайны, которые познаются не умом, а осознается сердцем, переживается каждой клеточкой. Я молю, мой Бог, чтобы мы входили в это, пребывали в этом, жили. Потому что только в этой гармонии, в этом единении с Богом и друг с другом есть настоящее счастье, блаженство, макариос, блаженство от слияния с Царем царей, Богом богов. Я молю, мой Бог, за каждого моего брата, за каждую сестру, чтобы мы входили в этот поток не только по щиколотку, не только по колено, но входили дальше, глубже, чтобы мы могли плыть в этом потоке, плыть в этом божественном течении, соединяясь со всемогущим. Благослови, Господь. В Тебе есть утешение, в Тебе есть ответ, в Тебе есть мир. И в Тебе есть любовь. И эта любовь излилась в нас. Эта любовь излилась в сердца наши. Эта любовь внутри нас, Царство Божие внутри нас есть. Я молю, мой Бог, чтобы мы жили этой любовью, жили Твоим Царством, Господь. Чтобы для нас это была не просто богословская теория, а практика, духовная практика, чтобы мы пребывали в этом, Господь. Благослови. Я молю, мой Бог, благослови верующих церкви нашей, чтобы мы не спорили по выводам, не спорили, не доказывали друг другу, но входили в жизнь, входили в этот духовный поток, в своем ежедневном хождении с Богом, практиковали эту величайшую тайну. Христос в нас, упование славы. И мы делаемся совершенными во Христе Иисусе. Об этом бесполезно размышлять плотским умом. Этим надо жить в
входить в это. Я молю, мой Бог, благослови, чтобы мы могли видеть молитву не как религиозный ритуал, а как слияние с Тобой. Чтобы для нас молитва это была настоящим слиянием с Тобой, а не просто христианским обрядом. Чтобы для нас вкушение Тебя было не просто обрядом причастия, чтобы мы в этом переживали тайну жизни. Тайну жизни. Мы в Боге, и Бог в нас. Для этого, Иисус, Ты и взял наши грехи, наше проклятие. Для этого Ты и открыл нам доступ во святое святых, чтобы мы шли и соединялись, шли и сливались. Для этого Ты умер. Не ради споров, не ради костров, не ради богословских диспутов. Ты умер, чтобы открыть нам путь во святое святых неба. Для этого Ты пострадал, чтобы мы могли войти в это. И не только Ты был в Отце и Отец в Тебе, но могли мы быть тоже частью этого фантастического единства. Единство с Богом. Единство в Боге. Благослови Господь, благослови Господь, благослови Господь, благослови Иисус. Аллилуйя. Я молю, мой Бог, чтобы мы были народом, знающим Тебя. Не просто думающим о Тебе, не просто спорящим, не просто, но знающим Тебя, Господи. Знающим Тебя в личном, интимном, близком познании, в слиянии с Тобой, в слиянии сердец нашего Духа и Святого Духа. Благослови, Господь. Я молю, мой Бог, дай нам мудрость не концентрироваться на второстепенных вещах, не ругаться, а жить главным. Тогда барьеры уйдут между нами. Любовь покрывает множество несовершенств. Я молю, чтобы мы были людьми, пребывающими в Твоей любви, переполненными Твоей любовью, живущими Твоей любовью и проявляющими эту любовь во всем. Благослови, Господь. Только тогда мы сможем видеть нашу жизнь глазами вечности. Не просто глазами этого коротенького земного отрезка бытия, но глазами вечности. Где Бог все во всем, а мы в Нем, и Он в нас. И это никогда не может вместить наш разум, но мы можем жить в этом, потому что мы созданы по образу и подобию. Всемогущего Творца. Возьми ближнего за руку. Пожалуйста, давайте помолимся. Помолитесь за людей, которые вам близки, за ваших родных, за друзей, за родственников.
особенно если у вас с кем-то, может быть, плохие отношения, натянутые или обида. Вы понимаете, ересь – это не то, что вы там думаете себе в голове. Ересь – это когда вы поступаете не по любви в отношении людей, в отношении особенно близких. Кто о близких, о домашних не печется, тот хуже неверного написано. Мы призваны заботиться и проявлять любовь в реальном, в реальных делах, отношениях. Господь, мы молимся за близких людей, за дорогих людей, за наших братьев и сестер, за наших родных, за наших друзей, за тех, с кем мы вместе много лет на домашних группах, в одном собрании. Мы молимся, Господь, исцели, чтобы мы не уделяли в наших отношениях место второстепенному, чтобы мы не ругались, не ссорились на основании разных выводов, разных умозаключений, разных ассоциативных цепочек. Все это нас разделяет. А любовь, настоящая любовь, божественная любовь, соединяет, потому что в этой любви заключена тайна. Тайна. Тайна этого единения, Господь. Я молю, чтобы этой тайной мы жили, чтобы эта тайна проявлялась в наших отношениях, в наших домашних группах, чтобы эта тайна была в наших семьях, в наших домах, в отношениях между нами и детьми, нами и родителями. Чтобы эта тайна проявлялась, Господь. Иначе ничего не стоит то, что мы тут делаем, Господь. Иначе мы не организм, а обычная религиозная организация. Но я молю Тебя, чтобы мы были не религией, не земной организацией, а мы были сообществом людей, познающих и пребывающих в этой тайне. Христос в нас, упование славы, и мы совершенны во Христе. Чтобы эта тайна влияла на наши отношения, эта тайна влияла на наши разговоры, на наши дела, на наши поступки, на наши решения, на наши выводы, на все. Во имя Иисуса. Благослови Господь. Благослови Господь. Благослови Господь. Благослови Господь.